Ребятишки, привет. Так, меня там видно? Видно. Слушайте, я сегодня вместо сегодняшнего там стрима, либо анонса касаемо стрима, хочу сказать пару слов вообще касаемо наших стримов. Ну, первое, как бы его сегодня не будет. Но сразу, давайте посмотрим на ситуацию нашу так вот, прямо откровенно, да. Они были прикольные, наши стримы были прикольные первый год. Это как первая любовь, да. Сейчас наши стримы уже больше похожи на секс с надоевшей женой, да. Вроде бы еще вместе, но уже неинтересно друг другу. Вот, и поэтому он такой вроде бы как бы есть и так себе. И последний стрим это прям показал, прямо очевидно, прямо мои близкие мне говорили, что Макс, ну, это был полный провал. Я говорю, я согласен, как бы это было так. Ну вот, задача моих стримов вообще, как они появились, да? Наверное, первый все-таки момент под влиянием вас. Очень много подписчиков говорили, слушай, Макс, делай стримы. Мы хотим стримы. И вот под вашим влиянием они появились. Это раз. Два, как я на это смотрел, это те, у кого там очень холодно и грустно, они могут посмотреть на солнце, на Атлантику, те, кто там не видели, да, там. Можно, конечно, National Geographic посмотреть, но это будет как-то более ближе, да, ближе к народу. Более естественно. Это вторая сторона. Третья сторона, это мы можем как бы в каком-то реальном времени обсудить какие-то вопросы, да, которых практически не было, да, вопросов практически не было, да, за исключением куришь марихуану или нет, да, а как это самое, блядь, там, не знаю, там, купить квартиру в Марбее такого характера, да, и за редким очень исключением были какие-то все-таки вопросы касаемо вот этого направления, либо караванинг, либо какой-то номад стайл жизни, да. Вот, и я сейчас, ну вот, не вижу смысла, да, сегодня нам делать этот стрим. Я на это смотрю как? Я не могу, у меня нет как бы концепции решения. Единственное, что мне понятно, с этим нужно что-то должно произойти. Должно произойти какое-то изменение, да. То есть это либо изменение формата их, да, либо изменение как минимум их регулярности. Ну вот, я буду в этом направлении думать, а сегодня я скажу, что, ну, давайте по чесноку. Я сэкономлю ваше и свое время. Я смогу сегодня доделать Дэну доску, помочь Бену, возможно, там, с его там системой видеонаблюдения на кемпере и хотя бы частично помонтировать видос, который я хочу вот залить для вас, кстати, про кемпера, про караванинг. Ну вот, поэтому желаю вам хороших выходных. Стримы, я не говорю, что их не будет, однозначно, я думаю, что они будут, но как-то будет либо другая регулярность, либо другой формат. И также будут периодически проходить стримы для спонсоров, потому что я ребятам очень благодарен. Они как-то пытаются участвовать вот в моей жизни и в развитии вот этого канала для того, чтобы он был доступен для всех. Все, я пошел к Бену. Увидимся. И на стримах, я думаю, не очень в каком-то длительном времени, в будущем, мы опять-таки увидимся на наших стримах. Но есть смысл об этом подумать. Кстати, можно свои размышления написать, как вы видите наши стримы в будущем под этим видосом. Можно в YouTube-сообществе у меня и как-то что-то с этим, как-то это изменить, если оно вообще надо. Вот, поэтому, потому что, как бы, надо ли оно? Но мне кажется, не совсем. Я думаю, что оно будет, каждое событие, оно имеет место и время. Я думаю, вот какие-то там подготовки куда-то, да, либо еще какие-то проекты совместные, да, наверное, они нужны, стримы. А такие статичные, типа, непонятно для чего, как бы, то, может быть, и не надо. Вот. Все, ребят, увидимся.